Мне написали на табличке команду секретную, и прикинь, она взламывает сервер. Ну что, расскажи мне, как взломать сервер? Короче, нубик, только тихо, никому не рассказывай, понял? Хорошо, а там что-то запретное, что ли? Да конечно, она сервер взламывает, у тебя из кейса выпадает лучше все. Давай, я тебе напишу на табличке, хочешь? Да, давай. Давай вот здесь вот напишу, только ты понял, никому не рассказывай, давай договоримся, а? Хорошо, ладно, я вообще буду молчать. Все, согласен. Вот она, нубик, давай, запоминай ее. Так, можно же вводить ее? Давай, вводи, конечно, давай проверим, какая тебе привилегия выпадет. Давай, 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 нубик. Блин, мне кажется, это вообще капец. Если нас заметят через наши шторы, это будет вообще не... Да не, они же плотные, они нас не должны заметить, да, нубик, скажи же? Да, да, все, я ввожу, раз, два, три. Ну, ну? Подкрутка на трое включена. Подкрутка, давай, 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 открой с подкруткой, давай, сделай это, сделай. Блин, блин, что еще выпадет? Квест! Офигеть! Квест тебе выпал! Подожди, так он 7500 стоит! Блин, это прикольно! Подожди, может все-таки может сейчас тоже выпадет? О, офигеть, блин. Просто! Уи, 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 уи! Всем встать и двигаться! Что? О! О! Вы кто такие, так? Да дратуйте, дратуйте, дратуйте! Что у вас происходит здесь? Не, ничего! А что вы прячете? В смысле прячем? Конечно. Это Майнкрафт полиция, старший следователь по Майнкрафт делам, по кейсам, мистер Боб. Для вас просто батюшка Боб. Мистер Боб? Ой, а что вы тут делаете? Мне поступила... Мне поступила... Заявка, что в вашем районе кто-то взломал сервер. Это случайно не вы? Нет! Ты чё? Да? Нубик, а ты если мы проверим? Не, ну проверяйте, конечно, у нас ничего такого нет. Нубик, ты чё, ты, блин, по клавиатуре зачем так громко-то её вводил? Блин. А чё вы прячете? Ничего? Ага. Не, ничего, вам показалось. Да? А? А чё там у вас на табличке? Не-не, да, там рецепт просто, мы это, кекс пекли. А, да? Кек. Да. Ага, так. Ну сейчас я все проверю. Блин, а слушай, есть... а если кто-то нас палил через так. Шторы, они... Что? 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 Шторы! Шторы, смотрите, ага. Красивые какие-то. Ага, ща. Ой, вкусно пахнет. Ай, прикольно. Так, вы мне тут не заговариваете зубы. Да мы ничего, мы так. Что? Мы вообще, какие кейсы, мы не знаем, так, что это такое. Такое у вас... Ага, все. Нету ничего. Ага. Так, ладно. Ну, смотрите меня. Ну, а все, до свидания. Что вы тут делаете? До свидания. У нас нет, мы не преступники. Ага, сейчас я проведу расследование. Может, у вас улики здесь какие есть? Да, так. Пожалуйста, да, да не, да. Да чё вы, Миша Боб, ну чё вы? Блин, ага, блин, камера какая-то. Так, чё-то у вас тут как-то все странно. Ну-ка, чё в печке? Ага. Печку? Да все нормально. Да там нету ничего, да? Нубик, все, я... Ладно, вы уже посмотрели. Нубик, 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 я сундуки пока проверю, давай. Так. Давай, я вам как веку. Ничего нету, отлично. А вы знаете, что я нюхаю? А, у меня собаки просто нет, вот мне самому приходится. Ну, ну, молодец, да. Да ничего страшного, я пока на кровати полежу, ладно? Так, а в картине что здесь? Ага. Ничего нет, так. Да не, у нас вообще ничего нет. Что здесь у вас такое? Ага, что это у вас здесь такое? Чего? Нет, нет, ничего. В смысле, куда он исчез? Так в комнату он сундуки залез просто. Я же тебе говорил, что там сундуки построили, там хоть 10 человек жить могут. Ты серьезно, что ли? Ты не врал? Нет, конечно. Ну-ка, подожди. Ты меня, по-моему, обман... Ну, вы... Нет, видишь, я же тебе говорю. Да подожди, он в одном из этих сундуков. Где он? Мистер Боб, мистер Боб. Его нету там? Ладно, там что-то где-то спрятался, давай, пошли тогда лучше кейс пока спрячем лучше. Да, кейс надо спрятать, да ну нафиг, фигня какая-то, а. Так, слушай, его надо закрыть чем-то. Так, подожди. Давай его землей заделаем вот так, и вообще незаметно должно быть. Ну скажем, что у нас тут клумба, да? Да, вот так вот, я думаю, будет хорошо вообще. Все, давай, я на кровать лежать дальше. Ух, слушай, Квесткрафту. Так, я провел там расследование, ничего нет. Мистер Бопов, где вы были? Повезло, да как? Там был, так. Да ладно, давайте дальше проводить. Что у вас тут еще есть? Ну-ка. Так, ага, что за клумба? Не, ничего, пошлите дальше. Пошлите это дальше. Просто там цветочки. Да, давайте пойдемте на кухню. Давай, проверим. Вы идите, я сейчас это, я вас догоню. Я сейчас приду. Так, ну-ка. Так. Ай-я! Блин. Да ну нафиг. Что за бред, а? Ребята. Что вот здесь, ну-ка. Мистер Боб, проходите, пожалуйста, ноги можете не вытирать, все для вас, проходите. Кейс прячете, ага. Какой кейс? Кекс у нас есть кекс, смотрите.
Вот он. Да, кушайте. Кушайте. Вкусный. Так, а здесь что у вас? Ого, как раз. Анубик, а что у тебя там? Постучись, знаешь? Боб! Ой! Саня, да выйдите, ну-ка! Простите, простите! У тебя что, туалет на кухне? Да, да, как раз для таких случаев. Ты с ума сошел, что ли? Просроченный, кекс, просроченный у вас. Не, нормальный. Ну все, давайте пройдемте дальше. Ага. Мистер Боб, мистер Боб! Не, стойте, не пройдемте дальше. А попробуйте напиточек еще или может джем. А, какой? Ну-ка сейчас. Там же компьютер. Не, невкусный рыгнуть не получится. Честь, сломал. Отлично, все супер. Так, системный блок. Куда вы пришли там? Ну-ка, мистер Боб? Я сейчас все проверю у вас. Пройдемте. Так, что? Да, давайте проверяйте. Ага. У нас ничего нет. Вот, у нас даже, смотрите, у нас даже камеры слежения есть. Смотрите, они смотрят за преступниками. Мы-то точно не преступники. Ну да. Мне тут эта заявка-то пришла с вашего района. Так это, наверное, просто по соседству где-то. Ага. Да, это соседи просто. Конечно. А под кроватью что-нибудь прячете? Да, ага. Мистер Боб, ну не ломайте кровати нам, пожалуйста. Ладно. Вернем. Конечно. Так, что здесь у вас, ну-ка? Ничего-то тоже нет. Ага. А чё вы все нюхаете? А, подождите, реально чем-то пахнет. Какашками что пахнет! Нубик! А, что такое? Чё? Это ты, что ли? Нет. Да ты чё обкакался? Да блин, да фу. Мистер Боб, простите, пожалуйста. Простите, это вот, это Нубик просто все. Сейчас проверю здесь, ну-ка. Мистер Боб. Все нормально, да? Да, мистер Боб, да, слушайте. Не, стойте, мистер Боб. Давайте договоримся. А? Какой договоримся, вы чё? Ну я как? Я сейчас подкрепление вызову, я как договорюсь с вами. Не надо подкреплять. Мистер Боб, давайте я вам алмазиков дам, и вы пойдете домой. Алмазики, вы чё, вы меня за кого тут делаете? Ну-ка. Так, ну-ка. 911, мне нужно. Не-не-не, мистер Боб, не звоните никому, слушайте. А давайте я вам... Послушайте меня, а давайте я вам... Ключи от кейсов дам, а? Кейсов? Вы... Ах, вы прячете кейс, значит, все-таки. Ну-ка, быстро показали мне его. Да нет, у меня просто есть ключи. Кейс, где кейс? Быстро. Да нет, у нас только кекс есть. Так, я сейчас найду мистер его. Мистер Боб, ну давайте я вам ключиков дам пару штук, и все, и нормально будет. Ключ, где кейс, рассказывайте быстро. Нету кейса, я же говорю, кекс есть. Нету. Хотите кейса, еще кекс? Это соседи. А это что такое? Это клумба, цветочки. Ага, цветочки. А? Ой, как вкусно пахнет. Так. Где кейс? Да нету кейса, мистер Боб. Давайте я вам дам ключики, и все, вы уйдете. Я сейчас сам все найду. Сейчас я все сам. Я сейчас понюхаю. Мне должен найти кейс. Ты понимаешь? Ага, вы что, за дурака, что ли? Ой! Это не кейс, мистер Боб, это не кейс. Значит, это все-таки вы. Так, руки за голову, я сейчас пистолет достану, быстро! Нет, пожалуйста! Да пожалуйста, не надо, нет! Я с вас дубинка здесь все! Не-н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 е-
вызываю сюда 50 машин. Так, все, руки за голову, быстро за мной. Не, мистер Боб, нас подставили, простите, пожалуйста, это не мы. Это не мы, так, мистер Боб, мы пришли, так, а здесь уже все было. Так, да, подкрепление, отлично. Ой, все, ой. Сейчас вас отправлю. Нубик, бежим, 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 Нубик. Я придумал, давай, в комнату, в тайную. Да. Ай, блин. Мистер Боб, мы просто трусы взяли, пойдем. Все, быстро за мной, руки за голову. Я сейчас вас дубинкой здесь отфигарю. Нет, Нубика не надо! Все, да, поехали! Да хотя бы Нубика не садите, он вообще не виноват! Типа мы уезжаем! Куда? Я вас в тюрьму! В тюрьму? Либо забаню! Пожалуйста! Пожалуйста, не надо! Давай, шуруй руки за голову! Да пожалуйста, может не надо? Нет, идем! Либо я вас забаню нафиг всех! Блин, ну что делать? Не надо банить, да пожалуйста! Да не... Блин, может все-таки договоримся? Давай, да не бейте! Давай, шуруй! Не надо драться! Конечно! Так, прямо, проходим прямо по тропинке. Угу. Здесь так страшно! Так. Капец! Привыкли, капец, настоящая тюрьма! Так, давай, так, стоять! Нубик, давай, побежали на счет три, раз! Голый, стой, я вам сейчас побегу, ну-ка! Что делать? Сюда голый заходишь? Как? Так. Я отдельно?
сюда заходишь быстрее. Нет, так. Я с ним. Сюда, нет, пустите будешь... меня. Вот пустите туда, меня там, сюда, ну, пустите меня к нему. Личная камера, давай заходи вот сюда, вот в кабинку. Да пожалуйста, да выпустить. А сколько сидеть? Я... Можно уже? Я все отсидел. Все, я вас здесь оставляю. Надеюсь, вы больше взламывать не будете. Как оставляете? Так, а выйти, когда мы должны? А, вот вы сами все узнаете. Все, я ухожу. Да нет, мисс Боб. Блин. Нубик, как ты? Мне очень страшно. Блин, а что мы наделали?